Мы заселились дней на 5 в квартиру на Лансаротте. Сейчас я вам устрою рум-тур. Это гостиная. Сейчас покажу спальню. Рабочий стол, можно посидеть. Правда, я не взял ноутбук. Спальня. Туалет неплохой. Кухня тоже хорошо укомплектована. А еще у нас есть небольшая комната-теплица с личным садом из кактусов и разных экзотических деревьев.